земля от света. Теперь так. Итак, вы знаете, кто у нас на слуху, на виду всей России. На фото современное я не оговорился. Звериная технология, вот она. Видите? Ни книг таких нету, их надо миллион как минимум. Вот. А вот это, да, у каждой из этих дам энциклопедия. Всю эту дурь перенесена в учебники. Якобы, то есть, да, энциклопедия тот же учебник. Телеканал «Бобёр», серия передач по уничтожению садов. Лидер моей кунсткамеры. Я соберу кунсткамеру, вот что будет. Я снова показываю. Это артист, который играет Мефистофеля. Мне кажется, вот это настолько лживо, настолько все это подло, настолько зверино, настолько вредно, опасно, смертельно, что мне кажется, а все-таки за ними может стоять Мефистофель, а за ним стоит сам дьявол. Я вот этого не понимаю. Пусть я так эмоционально. Я не понимаю, почему она на глазах всей страны уничтожает дерево. Уже все, показал уже все эти серии. Высмеивал как угодно. У меня, правда, она исчезла. Это. Я воевал, я Путину посылал эти диски про них. Извините за стукачество. Я эту, посылал информацию в эту Вижу канал. Говорю, остановите этих, не их, они же ничего не понимают. Остановите сценариста. Кто-то же делает это. А если он от дьявола? А? Видите? Это просто картинка, чтобы вы прониклись. Почему они так делают? Ну ладно, это артисты изображают. Рожков-то не видно, они там.